2600 цветов высадили в Айхале. В поселке озеленили соборную площадь, арт-объект и улицу Юбилейная. На клумбы и вазоны высадили бархатцы, петунию, вербену, капусту декоративную и другие растения. Рассаду цветов доставили самолетом из Новосибирска. Позже цветники оформят измельченной древесиной. Она защитит почву от пересыхания и добрит ее. Озеленяли площадь неравнодушные айхальцы. На посадку пришли целыми семьями. Результат будет виден через некоторое время, когда цветы немного подрастут и зацветут в полную силу. В этом году на озеленение поселка выделено 260 тысяч рублей. Осенью в Айхале высадят деревья и кустарники. Я решила провести этот вечер для пользы Айхала. Решила высадить цветы вместе со своей мамой. Мы прогуливались по Айхалу и решили тоже поучаствовать, украсить наш город, чтобы он был красивее к нашему юбилею, чтобы было все здесь красиво, замечательно, чтобы дети радовались, не вырывали эту всю красоту, и чтобы ухаживали, тоже замечали.